может быть, с двух рук попробовать или там? Значит, как? А, ну, дай вот одну. Знаешь, могла бы ты не просто, например, вот так тут. Какую-нибудь такую, да. Мы попробуем тоже подыграть так, подстроиться. Потому что я сейчас один их покажу, на который можно будет на масленичных провести. Вот я сегодня на брюки буду. Либо эту, либо ту. Держи, держи, балабай. Держи. Сейчас тебе просто объясню, это очень просто.
Это очень просто. Ему надо закрепить, объяснить. Задействованы три пальца у нас. Треугольничек получается на левой руке. Большой, указательный и средний. Указательным пальцем мы зажимаем в самый верхний лак, среднюю струну. Это указательный пальцем. Средним пальцем у нас чуть ниже, мы зажимаем следующий лак на самую нижнюю струну. И верхним пальцем, большим, мы зажимаем также средний лак, только верхнюю получается струну. У тебя получается, да, вот такой треугольник. Ты зажимаешь указательным один лак, среднюю струну здесь. Смотри, самый верхний лак. Угу. Потом вот здесь, вот, большим пальцем. Треугольник, еще на пальце. Да, вот он. Вот. Чик-чик-чик-чик. Два лада всего. Первый и второй. Вот зажми, прям хорошо зажми. Балалайку, как у Дениса, поставь. Нет, вот сюда. Не как гитару. Да, она должна быть перед тобой. Да. Даже не вот так вот, не вот так, а вот прямо. Да, треугольничком ближе к баху получается. Она смотрится, да. Прям у него раз. И все, свободненько. Вот зажми сейчас. И просто вот пальцем. Большим пальцем правой руки, да, получается, просто по струнам провели. Получается, смотри, у нас что с тобой? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот так попробуй. Раз, два, три, четыре. Старайтесь не петь по струнам. Старайтесь пальчик большой положили, подушечкой прям раз и провели по нему. У тебя рука все время находится, вот смотри, вот так. Зажимай. Сейчас послушаешь звук какой. Все три пальчика на силу зажать. Зажатие более четкое, посмотри. Знаешь, почему глухо играет? Потому что ты, да, это так тяжело. Если ты сильно прижмешь, будет играть звонко. А когда прижал и еле-еле, он... Да. Вот, да. Нажатие, посмотри, видите, не с нажатием показываете. Попробуй. Ты считаешь, что вы зарядок очень круто. И объясни схему. Четыре раза зажатые, запомнишь? Здесь получается, смотри, если ты вот так вот делаешь, да, я вот, допустим, приноровился, вот в обратная сторона. Как дека, да, называется? Или как что-то называется? Гриф. Обратная сторона, вот, получается вот эта вот подушечка вот эта вот костяшки там вот основные пальцы, она вот даже сюда упирается, да? Вот она, ты зажимаешь струну, ты ее здесь вот прижимаешь вот это вот, и вот за счет вот этого нажатия просто поджимаешь вот так вот пальцы там вот этой подушечкой, получается посильнее зажать, тогда она поярче звучит. Смотри, сюда сейчас покажу. Ты вот здесь зажимаешь, вот к этой железочке прижимаешь, а ее надо зажимать, ну, вот здесь вот, земляшки прижать. Между разделением, между вот этими ладами. Вклад, вот. Вот этот вот, совести его сюда. Ну что, теперь у нас есть лишний балалайк, который могут все брать его, тренироваться. Который за 6600. 6666. Такая сумма еще, да, 6666. Ну, а самое, потому что готовы хотя бы звук понимать. На ней легче. А? Мне легче. На ней легче еще, да. По всем стрункам проводи. Не торопись. Раз, два, задай ритм. Только ты запомни, не просто первые четыре, а это. Четыре сделала, отпустила. Раз, два, три, четыре, отпустила. Раз, два, потом два, зажимаешь пальцы, три и четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. Два пальчика, нет, два раза сделай. Смотри, делай, зажимай. Раз, два, три, четыре, отпустила. Два, три, и отпустила четыре. Тебе надо все отпустить, сделал 4 раза, зажатые все. 4 раза сделал, давай. Раз, два, три, четыре. Отпустил все пальцы. Два, не торопись.
Раз, два. Два пальчика поставила. Три. И два пальчика. Четыре. Все. Только один раз на третьем ударе ставишь два пальца. Остальные первые четыре раза все три пальца. Вторая четверка делится на то, что на третий бой. Два пальчика ставь. Три, четыре, да, все. Только теперь эту комбинацию запомни, когда надо поставить два пальца. Надо, чтобы не сказал, чтобы вдвоем ну, получилось у вас. Поехали. Три, четыре. Ты поярче делаешь? Посмотри, у тебя зрение позволяет видеть? Ну да, позволяет. А что Да-д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 а-